С этой победой действительно была великолепная игра сегодня, и очень приятно наблюдать, что вы уже человек в возрасте, но вы очень здорово играли, вы ведете молодежь за собой, и вы действительно большой пример для многих людей, которые вот сегодня смотрели вас и которые будут смотреть телезрители и так далее. Вот мне бы хотелось бы, Борис, спросить у вас, вот мы год назад, по-моему, с вами познакомились в одном месте таком, и мне действительно очень приятно видеть вас у нас здесь в Лиге, и действительно это очень большой потрясающий пример. Скажите пару слов. Мы с Юрием Яковлевичем познакомились год назад в краях не столь отдаленных, на зоне в Буче. Вот, Юрий Яковлевич тогда привез команду бразильцев во главе с Диого Ринконом, который 7 лет отыграл за киевское «Динамо». Вот, сам Диого мечтал мне забить гол и забил в конце игры. Бразильцы, конечно же, выиграли. Мы там, эта встреча была судьбоносная с Юрием Яковлевичем, и он пожелал мне вернуться в футбол. После окончание. Я приехал в Киев, сейчас играю за команду Лига 99 в той лиге, которой руководит Юрий Яковлевич. Мне очень приятно, что мне 60 лет, и я сейчас радую мастерством и молодых ребят, против молодых ребят играю. Я хочу сказать, что ведя здоровый образ жизни и, в принципе, и у вас это все получится. Было желание и любовь к футболу. Здорово. Слушайте, вы действительно большой пример для нас всех. Я желаю вам здоровья. Вообще, чтобы вы после себя последователи оставили. Я знаю, что вы еще с тренером работаете. Возглавили команду. И действительно, чтобы вы делились своим жизненным опытом. Молодежь, глядя на вас, чтобы никто не унывал, не опускал руки, а наоборот. Люди зажигали себя, свои, так сказать, сердца и шли только к победе. Как на футбольном поле, так и жить. Огромное вам спасибо. Спасибо и вам. Да, спасибо вам большое. Да. Спасибо лиге, которая существует. Благодаря этой лиге ребята ведут здоровый образ жизни и не употребляют ни наркотик, ни алкоголь, не курят. И это очень здорово, жить футболом. Класс, спасибо большое.